Итак, всем привет, ребят, добро пожаловать. Скажите, все ли работает нормально? Вроде должно. И если да, то погнали. Продолжим дальше проходить школьную историю, связанную с клубом робототехники. Вперед! Файто! Ягами-сан. О! Так, окей. У нас тут следующая тренировочная битва. Так, посмотрим, что мы можем там заапгрейдить. Если, конечно, можем что-нибудь. Так. О, слушайте, мы XF-13 можем скрафтить одну модель. Давайте так и сделаем. Усилим ботов. Так. Ну, защиту добавляем. Балансный. Батарейки нам пока что хватит, хотя вот этому батарейку можно было бы получше дать. Плюс я вижу, у нас дополнительный слот для апгрейдов. Разблокируем теперь. Отлично. Так, пойдем по модулям тогда. Так, поставим больше дамагу. Как раз снайперская винтовка. Надеюсь, он будет... Че? Нельзя два одинаковых ставить, что ли? Печаль. Вот это прямо печаль, печаль. Радиус. А это пушки именно. Так, ну Астра, как ты видишь, прямо все на атаку поставить нельзя, к сожалению. Вы можете, вы не можете, несколько модулей и я одновременно. Ну, Астер, это было бы очень неплохо. Ну, хотя бы где-нибудь, не обязательно. На ПК. Хотя да, на ПК и по сути современные консоли. Было бы неплохо ремастер третьего Дракенгарда, как Нир сделали. Там боевку доработать, все дела. Мечтать не вредно. Вот что я тебе скажу, к сожалению. Чтобы взять еще. Ладно, пока что тут ничего брать не буду, что там по... Ну, слушайте, дробовик можно взять помощнее, но он... Да, и нам не хватает рапортов. Ладно, подождем. Еще пушки открыты, кстати.
Что думаете, попробуем вместо дробовика пушку разочек? Дамаг 40. Патронов 12. А что насчет дробовика? Дамаг 16, патронов... Ой, не то. Так, дамаг сотня, патронов 32. Не, все-таки дробовик лучше. Ну, вперед. Сэтсуна, да я пройду его. Я Терзе. Привет, привет, Вилга. Чувак, отойди. Молодец. О нет, я один остался. Ах ты ж. Ты куда, падла? Я А нет, там топовый блок. Напарники, не тупите. Нет, они тупят. Они заняты лишь обстрелом. Эй, не успею. Фак. Успел. Ладно. Ягами-сан. О! Ну, еще раз. Было близко. Ах ты ж. Прекрасно. Ягами-сан. О! Тот сволочь будто специально вылез заблокировать мне путь и уничтожить.
Ах ты ж. よし、もう仲間を。これ以上まずい。マジかよ。やばそうだな。いいね。よし。 Так, и где следующий? いいね。よっしゃ。行けるぞ。行け。よっしゃ。死ぬのか。この程度。いいね。よっしゃ。いいね。 Есть. Блин, там один выстрел нужен был по мне, и да, я был бы трупом. Но все-таки продержались. Блин, слушайте, мне эта мини-игра реально все больше и больше нравится. Хочу еще. Так, у Китагава решил вздремнуть. Я не думал, что он знает, как это делать. В последнее время президент несколько раз задерживался допоздна. Он берет на себя дополнительную нагрузку. Каждого в одиночку. Я просто надеюсь, что работая так, это не сильно скажется на его здоровье. Мазина. Это нехорошо. О. В чем дело? Дата доставки баз от нашего поставщика сильно задерживается. Такими темпами мы не сможем завершить две машины. Мажиде. Серьезно? И что ты собираешься тогда делать? Ой. Ну, нам просто нужно будет сузить все до одной машины, не так ли? Нет. Так не пойдет. Класть все яйца в одну корзину до того, как мы сможем точно определить стратегию нашего противника. Невероятно рискованно. Тогда что же нам делать-то? Мы должны упорствовать до самой последней минуты. В худшем случае наша база прибудет за день до матча. Ой, ой. До последней минуты. Мы должны создать ее, запрограммировать, а затем отладить эту чертову штуку. Это просто кажется невозможным. Эй, Китагава, почему нам просто не сдаться? Я сделаю это. Даже если мне придется работать всю ночь, программировать и все такое, я ни за что не проиграю колледжу Тоуту. Ты это серьезно, Китагава? Ты что, превратился в какого-то идиота?
Это оптимальное решение для нашей нынешней ситуации. Ты действительно работаешь всю ночь. Серьезно, тебе нужно остыть немного. Срань. Что мне делать? Да. Секунду. Концентрат. Привет, привет. Инуар. Так, что там по заданию было, я пропустил. Продолжить расследовать. Так, вроде ни с кем нельзя пообщаться. Оп. Обувь и все. Может, нужно выйти из комнаты, и зайти обратно, чтобы активировался ивент. Воспользоваться нельзя. Кстати, где отражение? Их нет. Или из-за того, что темно. Ну, все равно что-то должно было быть. RTX off. Ну да. Ты действительно все еще не понимаешь? Что это такое? Я специально сказал не делать в одиночку это. Ты все неправильно понял. Это что происходит? Понять не имею. Похоже, что Курумазаки снова не следует расписанию. Ты хоть понимаешь, насколько у нас плотный график? И все же ты все еще настаиваешь на этой трансформации, как какой-то одержимый фанат аниме? Вовсе нет. Это не имеет никакого отношения к аниме. Слушай, занимайся своим хобби в свободное время, а не в клубе. А теперь, пожалуйста, просто делай, как сказано в расписании. Господи. Я даже потрудился тщательно разработать план. У меня тоже есть идеи. Прости, что? У меня тоже есть идея. Воу. Курумазаки? Курумазаки. Курумазаки вышел из себя. Курумазаки-кун, лучше пойти за ним. На. Курумазаки-кун. Мегами-сан. Давай поговорим. Не думал, что когда-нибудь увижу, как ты выходишь из себя. Я тоже думал, будет погоня, но да, без. Президент прав. Правда? Курумазаки-кун, разве ты не говорил, что у тебя есть идеи? Ягами-сан, не очень жаль. Я думаю, что я собираюсь покинуть клуб робототехники. Да? Почему? Президент всегда прав. Я просто так плох в том, чтобы сказать, что хочу. Я чувствую это. Что я уже достиг своего предела. Я тебе
Я тебя понимаю, но не нужно делать ничего опрометчивого. Просто делай все шаг за шагом. Ой. Хорошо. Да. О, Куромазаки-куна действительно много накопилось внутри. И даже сейчас он все равно не рассказывает мне то, что он чувствует на самом деле. Ну что ж, думаю, вернусь в клубную комнату и доложу об этом. Ну а шаг второй какой? Забрать его собаку себе? За топор еще посадит. Слишком опасно. Куромазаки хочет уйти? Ты шутишь? Очень не вовремя. Ай, блин. Президенту просто нужно было раздавить хрупкого маленького Куромазаки-куна. Такамори. Если я правильно помню, ты разбираешься в дизайне, верно? Ну да. Так, ну стоп, подождите, а что насчет Куромазаки? Он сказал, что уходит. Ну, значит, мы ничего не можем с этим поделать. Остальное... Просто придется продолжать нам. Эй. Ты же не собираешься просить его передумать? Даже Ягами-сан не смог его убедить. Это означает, что пришло... Пора изменить подход. Ты это серьезно? Это оптимальное решение. Ладно, давайте все возьмем себя в руки и сосредоточимся. Мы мало что можем сделать с тем количеством людей, что у нас тут есть. Господи, один только вид выводит меня из себя. Ты куда это? Я пошла отсюда. Так подожди. Ты тоже уходишь? Нам же конец. Сакура все еще неопытный. Ты не можешь. Без тебя мы не сможем выиграть финал. Китагава, ты... Итокура. Тогда я тоже пошел. Такамори? Без Куромазаки и Итокура в этом нет смысла. Это тонущий корабль. Я не собираюсь остаться на нем с тобою. Да, ребят, все уходят с тонущего корабля. Это нехорошо. Нужно поговорить с Итокурой об этом. Если она все еще в кампусе. Тут-то нигде ничего не видно. Возможно, нужно перемотать время на дневное. На третьем этаже, окей, понятно. И... Ну ладно. Погнали, поспим до утра. Прекрасно. Я кучу денег потратил в инвестиции в этот клуб. В результате все пошли своей дорогой, так сказать.
Так. Ухама 99. Давненько мы тут не были. Натурат. На этом и была отсылка, моя фраза. И где Итокура? А ее нет. Обычно она на крыше тусит, но как бы ее тут тоже нету. Хотя, может, она не отмечена. Так, чтобы попасть на крышу, нам нужно с другой стороны. Дома? Да нет. Хотя там сказано, если она все еще в кампусе. Так что черт ее знает. Тогда реально дома. Смотрел, может, там заблокировалась сюжетка и нужно что-то другое сделать. Я заблудился снова. А, это мы читали. И вообще не имеет отношения к делу. Так, Микошиба-сенсей. Я знаю, я не могу поверить. Как такое могло случиться с таким хорошим человеком? Это ужасно. Надеюсь, они как можно быстрее поймают эту убийцу. Тоже ничего не знаю. Кстати, а может она в клубе? А, да, она в клубе. Итокура. Итокура. О. А, Ягами-сан. Итокура вернулась довольно неожиданно. Что случилось в клубе робототехники? А, ну, много чего, Масава. Мне, конечно, неприятно просить, но ты не могла бы выйти на секунду. Хорошо, меня устраивает. Да. Эй, Итокура. Я не вернусь обратно в клуб робототехники. Да. Да, я тебя понял. Вы поняли? То, что сделал Китагава ранее, это было действительно отстойно. Наверное, он заслуживает того, чтобы прямо сейчас... немного... Заслужит, чтобы он сейчас немного поизвивался. Пострадал. Можно вполне использовать. Я так, черт возьми, злюсь, когда насмотрю на него сейчас. Держу пари, он думает, что он идеален или что-то в этом роде.
Пока все его слушают, он думает, что все будет хорошо. Этот парень безнадежно поглощен самим собой. Я бы нисколько не удивилась. Если он получил бы поддержки. Ну да, в каком-то смысле я тоже его поддержал. Прямо как ты была раньше. Ты выросла. Ты действительно выросла. Итокура. Итокура, ты действительно повзрослела. А? Проделала хорошую работу, оставаясь объективной в клубе робототехники. Вы так думаете? На самом деле, я думаю, что, возможно, ты наблюдала за ними внимательнее всего. В любом случае, ты не понаслышке знаешь о трудностях командной работы. Да. Послушай, Токура, даже... Если это будет издалека, как думаешь, сможешь присмотреть за Укитагавой? Ладно, важно. Я не собираюсь возвращаться прямо сейчас. Такие придурки, как он, им нужно время от времени отпускаться на самое дно для их же блага. Где на дно? Да, похоже, она не вернется в ближайшее время. А чё с финалом-то? Всё? Конец? Нуар, как ты видишь, она не была у себя дома и не пользовалась качественной резиной. Так, ладно, ребята, я тут сделал небольшой перерыв. Продолжение следует.